прекрасно, такой обзорный вид, такая дорожка. Мы с палками вот уже, наверное, месяц точно ходим здесь. В целом радует, что хоть что-то делается. Раньше здесь было, конечно, не очень. Замечательно. Я думаю, это только первый этап. Надеюсь, что это первый этап. И я вот здесь и в дождь бываю, рядом живу. Вот. И здесь всегда есть люди. Вот эти вот хорошо, вот лежаки эти сделали. Вот здесь зеленью тоже покрыли. Так можно, если здесь места не хватит, так можно не на камнях лежать, а постилочку сделал и все. Вообще, конечно, в шоке, но молодцы, просто молодцы, кто это все делает. Но надеемся, и дальше будет. Ну, такой вид у нас, море, такая красота. А людям особо негде отдыхать.